Вот сейчас тут нам чистят лодку. Вот уже просто обшкрябывают. Для начала будут снимать все то, что заросло, а потом уже будут все шлифовать, потому что будем покрывать новой краской, новой антиобрастайкой. Зачистка лодки идет полным ходом. Уже чистый киль, уже чистое дно, потом они это все будут убирать наждачной бумагой. И будем думать, что с этим дальше делать, как красить, что делать, как полировать. Но для этого у нас есть еще немножко времени. In here, yeah, I found a fishing line. Yeah. Вот это вот такие вот лопасти винта. Они по весу 5 кг, наверное, весят. Тяжеленная штука. Все, что было намотано на сальнике, вот это все, оно крутится на винте и дает выработку сальнику, который сдерживает внутрь проникновение воды. И вот здесь вот это все, это как раз вот то, что нам придется заменить, потому что это вот как раз разрушает все втулки и все, что только может разрушить. Yeah, I see. Is that exactly what damaged all that stuff? The seal's completely damaged. Do you think is it okay? Yeah, it is okay. You see, because there is no rust. Yeah, no, so rust, it's no okay. Rust, no, uh-huh. Rust. No rust. It's still okay. Okay. Before it dries. Let's put it in fresh water. Uh-huh. Then we oil it. Yeah. So see the seal is completely not exist. Completely anyway. Broken. But yeah, it's still good. I after that it could be more. Oh, that oil is going out. You see, the oil with the water. Итак, какой из этого всего мы делаем вывод? Нельзя ездить по рыболовным сетям, по веревкам, потому что когда они наматываются на сел-драйв, на винты, они просто разрушают сальники. И потом мы имеем ту проблему, которая есть у меня, а именно вода в сел-драйве. Вот сейчас можно видеть, в каком состоянии находится антиобрастайка на лодке. It's okay, it's no problem. Вот это вот сейчас ее убирают. Вот, это старая краска. То есть она еще до сих пор на лодке есть. Вот это вот покрытие гель-код. То есть снизу идет, как он называется там, прайма-код. Не помню, в общем, неважно. Покрывается один слой, потом покрывается уже антиобрастайка. Так вот, антиобрастайка — это вот эти вот пятна. А вот это как прайма-код, который покрывается перед. То есть сейчас лодка еще в очень хорошем состоянии, потому что все вот эти вот нарастающие части, они не повредили сам гель-код, а они могут повреждать гель-код.
Вот видно на корпусе находящийся ламинат. Вот это вот антифолинг, которого нет. Вот это ламинат гель-кота. Вот лодка уже практически очищена и отмыта. Отмыты все грязные моменты. И вот здесь вот можно выглядит подрулька. Вот ее уже вроде отмыли. С этой стороны уже снизу лодка тоже чистая. И с этой стороны тоже отмыта, но они ее еще сейчас только отмыли, потом будут еще до конца очищать полностью от вот этого вот всего. Вот к нам пришли два сальника. Это сальники для установки на сейл-драйв, на ось. Короче, особенность этих сальников в том, что здесь вот идет пружинка, и пружинка сделана из нержавеющей стали. Иногда они бывают другими, но в принципе большинство из них вот такие. То есть это обычные сальнички, просто пришло время их поменять. Стоимость сальников $22. Вот у нас сейчас чистят борт, его чистят кислотой. Кислота выглядит вот так вот. Ее растворяют с водой и потом просто помывают борт, и она растворяет все налеты, все, что на борту, все металлические ржавчину, все. Вот, в принципе, это то, что делается до того, как ее начнут чинить, до того, как начнут чинить гель-кот, который вот у нас побит сильно, потому что иногда сталкиваешься с всякими бревнами совсем. И еще у нас есть вот здесь вот одна проблема. Вот тут видно дырку. Видимо, мы во что-то впилились таки. Но это достаточно легко починить. А вот нам начали чинить гель-кот. I just want to make. Yep. А вот это вот сейчас нам будут делать такой кронштейн, который будет подпирать нашу заднюю часть лодки из воды, потому что нам нужно перо руля скинуть полностью вниз и исправить. Собственно, вот эта вот штука, из нее будет делаться основной стенд, который будет стоять под нашей лодкой, потому что отливы уже ушли, мы уже не всплываем. Стенд сзади. Это сделано для того, чтобы была возможность опустить вниз перо руля. Мы его будем снимать полностью и менять, не знаю, какие бушенс, вкладыши, в которых оно торчит, потому что они немножко уже разбились. И вот борт у нас уже чистый, но еще не полирован. Будем его полировать. Теперь еще один момент, который я заметил. Это вот там вот. Вот там вот пропеллер, он гуляет вот так вот туда-сюда. Надо посмотреть только, это нормально или нет. Задача у нас очень важная. Нам нужно снять ролики, которые поднимают паруса. И спинакер, и главный парус. Для этого нам нужно подняться на мачту. А так как блок, в котором находятся ролики, он снимается целиком, то мне нужно будет залезть на мачту, снять этот блок, привязаться к мачте, отвязаться наверху, вытащить ролик, собрать это все обратно и спуститься на нем обратно. И для этого мне еще нужно снять с него нагрузку, потому что у нас есть бэкстей. Его нужно будет сейчас открутить. Вот я этим и занимаюсь. Сейчас лезу на мачту, буду снимать ролики спинакер фала. Вот, и заодно Windex проверю, как он работает.
это колесико, которое сняли с мачты. Вот нам начали уже красить лодку. Это Primacoat. Это грунтовка, которой покрывают лодку. Потом она будет покрыта эпоксидкой. И сверху на эпоксидку будет уже класться антиобрастайка. Вот нам приклеили ленту. Это будет уровень, после которого они не будут красить, ее потом отдирают. Ну, это как обычно все происходит. А вот нам красят сейчас перо руля. Кстати, вот уже у нас собран cell drive. Здесь видно новые сальники. Винт мы не одевали, но его тоже будем красить. Скоро будем супер красивые. И то, что меня бесило, это задняя вот эта вот покраска уровня ватерлинии. Киль уже готов. Теперь уже выглядит лодка совершенно нормально. В отличие от того, как она выглядела до покраски грунтом. Вот этот вот черный цвет, я уже говорил, это эпоксидка, которая защищает гель-коат от всяких неприятностей. Все, лодка полностью покрыта слоем эпоксидки. Вот так она выглядит. Она уже сухая. Сегодня ее уже антиобрастайкой покрывать никто не будет. Сейчас у нас spring tide. Это значит, что волна, вода ушла очень далеко назад. Мы стоим вот тупо уже на киле. Так еще не было. И сейчас лодка покрывается антифолингом. Это первый слой, вот его видно. Здесь видно как раз его стык, то есть это первый слой. Потом будет второй слой. Снизу, там где мы стояли на подставке, ее уже закрасили. И вот у нас винт, который... It's okay, no problem. Винт, который у нас одели, вот так он выглядит. Carissa, it looks beautiful. Yeah. Should we cover it with antifouling? No. No, just like that? Yeah. Yeah, that's okay. Okay. It's okay to be like that. Okay, cool. Вот я уже показывал, у нас колесики, которые мы вытащили из мачты. Но это еще нормальное, но они были с разбитой осью. И вот то, которое нам сделали. Вот эти нам сделали из брас. Дина, брас это как? Латунь. Вот, из латуни. А это те, которые сделали чуть более дешевые из пластика, но с латунной вставкой. Потому что оська, она тонкая, она раздавливала колесики. Вот этот получился 60 баксов. Этот, я думаю... под 30-25, не знаю точно сколько, потом мне это все расскажут. Мы заказали 2 латунных, 2 таких. Нам всего нужно 4 в мачту для спинакера и для гратофала, и 2 запасных. Сейчас я покажу, что нам будут сейчас варить. То есть у нас есть вот такая вот, я уже, наверное, показывал, треснутая штука. Вот ребята уже стоят на пирсе с сварочным аппаратом. Сейчас нам это все приведут в порядок. Сварка продолжается.
нас была проблема. Мне показалось, что у нас недостаточно заряженные батареи. Вернее, мы как? Мы идем, но каждый день приходилось дозаряжаться. В общем, я решил проверить солнечные панели. И вот сейчас я покажу, что мы обнаружили. Вот, сейчас оно показывает 5 ампер. Идем дальше. Вот сюда. 1. Идем дальше. 4,5, 5, 4,4. Ну, это нормально, сейчас немножко солнце ушло в тень. Но не суть. И здесь 4. То есть все панели, кроме одной, показывают на меня. Показывают приблизительно одинаковое. Что дальше мы будем проверять? Если у одной панели нету тока, возможно, нарушен где-то контакт. Сейчас я его подключу, и мы померяем вольтаж. Вот, то есть у нас есть напряжение в 20 вольт. Вот покажи еще раз. 20 вольт. То есть, что мы имеем? У нас одна из панелей не работает. Одна из панелей дает электричество, дает напряжение, но не дает тока. Что это значит? Панель сдохла. То есть я ее отключил от всех панелей. Мы проверили, напряжение идет, тока нет. Поэтому что мы сейчас делаем? Правильно. Панель в утиль, новую панель наверх. Но есть одно но. В Кении другие типа размеры панелей. Поэтому мы заказали вместо одной, 1,5 метра на 60 сантиметров, две. Она будет 60 сантиметров на 80. То есть в итоге у нас будет панель... Нет, на 85. В итоге у нас будет одна панель, которая будет торчать на 20 сантиметров больше. Вот нам привезли уже одну панель. Что мы имеем? Это панель 80-ваттная. То есть она выдает 10 ампер вместо 8, которые выдают те, что у нас есть. То есть это будет чуть-чуть мощнее, но меньше. Вторую не привезли, но ее привезут позже. Вот сейчас я ее распакую и покажу, как она выглядит. Это самый приятный момент в любом приобретении. Коробочка и упаковочка. Я думаю, все знают, как выглядит солнечная панель. Вот такая вот она. Красивая. Вот с этой стороны проводочки. Написаны характеристики. Ну, короче, это все уже не имеет значения. Вот таких вот панелей мы поменяем две. Они станут так одна и вторая. И мы их поставим... Нет, вот так. Вот так одна. И потом следующая вторая. И они у нас будут стоять вот так вот, торчать в сторону. Вот у нас вешают солнечные панели, которые я показывал. Вот так они у нас красиво будут смотреться. Одна панель будет торчать вперед, но варианта у нас нету, потому что других панелей здесь в наличии просто не присутствует. Нам сделали такой кронштейн для тузика. Вот у нас был транец, на который мы крепим мотор, большую Хонду, и у нас есть второй мотор, с которым была вечно проблема. И мы вот сделали такую вот нам деревяшку здесь в бот-ярде. Прикольно. Думаю, из какого-то типа дерева, типа тика. Вот он. Это материал антиобрастайка мягкая. Прекрасно. И кроме этого у нас еще есть мотор. Тоже покрыт антиобрастайкой. Вот это вот черное. Это и есть то покрытие. И этим же покрытием у нас покрыт маленький тузиковый мотор, парсун. Красота.